зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня мы с вами будем пробовать бургер Барби Экзе из Макдональдс в 3 часа ночи. Итак, друзья, перед тем, как мы попробуем бургер Экзе Барби в 3 часа ночи, я попрошу обязательно подписаться на мой канал. Сделай красную кнопку серой, нажми рядом на колокольчик. Пожалуйста, напиши самый крутой комментарий, потому что именно он попадет в мое видео, как это, друзья. Потрясающее кринжовое видео, потому что много просьб у меня было снять именно это видео. Пробую и Барби Экзе еду, проклятую еду, где Барби Экзе, то, что она кушает. Вы знаете, что Барби Экзе обожает фастфуд. И сегодня мы заказали именно ее любимый бургер в Макдональдсе вместе с коробочкой Happy Meal из Макдональдс, ребята. В общем, мы открываем, а я надеюсь, что вы уже успели поставить лайк, и мы начинаем. Вам известно, что совсем недавно я заказала Барби Экзе на сайте Darknet и распаковала ее в 3 часа ночи, после чего в моем доме творились невероятно мистические вещи. Это вам также может подтвердить мой оператор Дима. Всем привет, да. Просто это видео вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Вот так вот оно называется, это видео, друзья. А также вы можете зайти в плейлист Барби Экзе сериал и просмотреть все то, как это начиналось. Барби не просто веселая кукла, которая нравится вам с шикарными волосами. Есть ее темная сторона, которую мы пытаемся раскрыть и показать вам, донести до вас. Сейчас я расскажу вам легенду о том, что если попробовать бургер Барби Экзе в 3 часа ночи, начнет происходить настоящая мистика. А что конкретно, мы с вами узнаем совсем скоро. И прямо сейчас, друзья, я буду открывать этот Happy Meal, и мы узнаем, что внутри. Вот этого я точно не ожидала, ребята. Поглядите, поглядите, игрушечка из Happy Meal. Пластилиновая Барби Экзе. Это, можно сказать, ребенок Барби. Маленькая, и она вся какая-то, знаете, как будто бы она приготовленная из мяса. Но на самом деле, мне кажется, что это, скорее всего, пластилин, ребята. Но есть одно условие перед тем, как съесть бургер, который почему-то, друзья, па-бам, в обертке KFC. Поэтому я не знаю, почему это просто какой-то коллаборация, наверное, KFC и Макдональдса. В общем, сам бургер, поглядите. И я уже заметила, что он кровавый, розово-красный бургер. Но перед тем, как я его открою и попробую, да-да-да, ребята, я его буду сегодня пробовать, я его буду есть. И, божечки мои, я не знаю, что будет происходить в этом доме после того, как я его съем. Необходимо выполнить три самых важных условия. Первое. Нам необходима свеча, хотя бы одна, для того, чтобы обряд состоялся. Второе. Нам необходимо произнести заклинание Барби Экзе, приди и накорми. Барби Экзе, приди и накорми. И третье, ребята, мы должны лечь спать. После того, как я усну, якобы что-то будет происходить в моей квартире, в моем доме, в рамках этого дома. Поэтому я сейчас подготовлю все эти условия, и совсем скоро вы все поймете и увидите. Так, друзья, мы приготовили свечи, и сейчас я их подожгу. Они очень-очень уже прогорели. Ок. Одна, у меня много свеч. Говорится, что чем больше свеч, тем велика вероятность быстрого... А, здесь она какая-то это разломанная. Ну, в общем, эффект будет быстрее. По крайней мере, так в условиях прописано. У меня, вот видите, даже не все свечки загораются. Потому что под... Ладно, все. Все, эту не надо, эту я не буду. Тогда пусть будет 3 свечи. Хорошо, хоть какие-то зажглись, это старые свечи. Итак, куклу давайте мы... Вот так вот поставим. По крайней мере, вроде бы все правильно. Делаем так. И открываем наш бургер Барби Экзе.
Смотрите, как он выглядит. Фу, фу, кровавое мясо. Просто взгляните. Это выглядит отвратительно. Это даже невозможно смотреть на это. Невозможно смотреть не то, чтобы это употреблять в пищу. Это выглядит отвратительно. Но там что-то есть еще. Просто поглядите, котлета. А внутри мы видим красный леденец в виде петушка. И он, друзья, такое ощущение, что залит кровью, перемешанной с сахаром. Отвратительный проклятый леденец. И прямо сейчас на ваших глазах я его попробую, потому что мне безумно интересно, какой он на вкус. Пахнет он отвратительно, понюхайте. А, да, вы же не можете понюхать. Ну, поверьте мне на слово, пахнет он отвратительно. Какая мерзость! Какая, блин, мерзость! Омерзительно. Также мы видим, как будто бы здесь лежит питомец Барби. И, друзья, мне кажется, что он съедобный. Может быть, он тоже из какой-то конфеты. Попробую. Не знаю. По-моему, это обычная пластмасска, и это любимый питомец Барби. Оставим его пока рядом здесь. И теперь самое интересное. Бургер из крови. Не знаю, Барби, наверное, любит сырое розовое мясо. Прямо сейчас на ваших глазах я проведу обряд и посмотрим, что же получится. Свечи у нас есть. Второе условие. Барби Экзе, приди и меня накорми. Барби Экзе, приди и меня накорми. Барби Экзе, приди и меня накорми. Черт, ребята, Ирина пробует. Бургер. Черт, она ест. Я все съела. Точнее, откусила. Отдает! Ирина, что ты чувствуешь? Я очень хочу спать, и меня жутко тошнит. Так, мы должны сейчас выполнить третье условие. И лечь спать. Прямо сейчас, Дима, мы с тобой это сделаем, потому что вся мистика будет проходить только тогда, когда мы заснем. Какие-то звуки посторонние. А сколько время? Время 3 часа ночи. Звуки? Черт. Точно, мы же ели бургер Барби Экзе. Я тоже слышу. Что-то на балконе. Здесь кто-то есть? Никого здесь нет. А шум точно слышал, да? Да, кто-то на улице. Офигеть, иди сюда. Кто-то есть. Смотри, осторожно. Я там кого-то видела, вон внизу. Видит камеру.
Похоже на розовое платье. Там внизу. Там, вон, возле машин, под фонарем. Ребят, нифига не видно. Слушайте, походу Барби, может быть, Экзе или кто-то, или что-то мистическое на улице. Дим, как ты думаешь, может, стоит сходить на улицу проверить? Я не знаю. Что это было? Что это было, ребят, вы слышали? Кто там? Я не знаю. Офигеть. Вы слышите это? Кто здесь? О, Господи, что это такое? Обалдеть, Дим, что это, Дим? Я не знаю. Обалдеть, жесть, ребята, вы просто поглядите на это. Обалдеть, кто это все сделал, кто это все мог сделать, жесть. Это просто жесть, что-то, здесь что-то написано. Ребят, обалдеть, очуметь просто. Это невероятно, пока мы спали, кто-то наставил, ты погляди, давай сравним, что это кровь или что, или это краска, погляди, ладонь-то детская, погляди, она меньше, чем рука взрослого человека. А, это была маленькая Барби Экзе, это кукольная рука, кукольная Барби Экзе, у них же меньше руки, чем у человека, у Барби, смотри, мышеловка, а в ней... Палец, жесть! Это что, настоящий палец? Не-не-не-не-не-не. О, мамочки! О, жесть! Тут что-то написано. Дим, тут написано на английском. Help Barbie Exe. Help Barbie Exe. Жесть. В смысле, помогите Барби Экзе. Это переводится как помогите Барби Экзе. Может быть, нам кто-то должен помочь, а не мы, Барби Экзе? Господи, это еще что, Тим? Гляди. Аккуратно, смотри, аккуратно, там внизу прям капли крови. Погляди. Она на чем висит? Жесть. Что это за шприц? Слушай, походу, вот это вот кровь или краска, и что это? Ей написано послание. И подвешена Барби Экзе, причем Барби Экзе не та, которую мы заказали, а та, которая сгорела. Она висит здесь. Кто-то был здесь и оставил нам послание. Что оно означает, и я не знаю, ребята, но ночью, пока мы спали с Димой, точно что-то происходило в этом доме. А вот что нам предстоит разгадать? Я не знаю, надеюсь, что вам понравилось это видео. Давайте обязательно соберем на нем 10 тысяч лайков, друзья. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И вас обязательно ждет невероятно мистическое продолжение. Барби Экзе. С вами была Королева Мистики. Всем пока!